Я нажал, ты только держать телефон должен. А, просто. Видите? Ага. Ты куда держишь? Да не так же надо, надо же ему здесь. Нет. Да, я сам. Давай. Итак, я начинаю. Вот не могу согласиться с тем тезисом, что Россия должна стать сердцем мировой системы. На мой взгляд, Россия должна снести эту мировую систему как господство чистой несправедливости. Почему? Потому что в 70-е годы, когда СССР находился на пике своего могущества, 1% правящему классу принадлежало всего 20% мировых богатств. Сегодня мы по факту имеем следующее. 1% правящий класс контролирует 90% мировых богатств, друзья мои. Вдумайтесь, 60 семей сегодня контролируют столько богатств, сколько принадлежат 4 миллиардам человек. И у нас в России то же самое. 300 семей контролируют практически все богатства России. Поэтому мир сегодня стал, по факту, гораздо хуже, гораздо несправедливее, если сравнивать ситуацию с 70-ми годами, когда СССР находился на пике могущества. Поэтому мой тезис такой. Россия, безусловно, должна снести вот эту мировую либеральную систему, поскольку именно мировая либеральная система стоит на уничтожении человека как фактора. Это как бы мой тезис такой идеологический. Но поскольку у нас сегодня тема экономическая, я, акцентирую свое внимание именно на экономику. Коротко, тезисно. Для того, чтобы понять сегодня, какой путь у России в 21 веке, надо оценить в первую очередь ту ситуацию, в которой Россия сегодня находится. А ситуация действительно, друзья мои, патовая. Вот недавно один из либералов признал, что кризис у нас позади, мы нащупали дно и начинаем отталкиваться от дна. Нас ждет великое, светлое материальное будущее, как он заявил. Так вот, все люди, которые ищут дно, друзья мои, называются водолазами. Водолазами. И вот этот либеральный водолаз в очередной раз нам пудрит голову. Никакого дна мы не достигли, кризис только начинается. И все макроэкономические показатели начали падать еще в 2012 году. В 2012 году особенно сегодня идет падение потребления электроэнергии, потребления энергоресурсов. Падает загрузка мощностей в экономике, падают грузоперевозки и так далее, и так далее. Отечественные производители сегодня по факту убиты. Инвестиции нерентабельные. Значит, загрузка обрабатывающей отрасли не более 30%, друзья мои. Вдумайтесь в эту цифру. А износ основного капитала достигает 80%. Значит, экономическая активность падает. Бизнес умирает сегодня. Вы посмотрите, что происходит. И капитал из страны уходит. 500 000 000 за 8 лет утащили. Поэтому сегодня идет де-факто подавление точек роста, подавление инвестиций и зачистка страны и подготовка к масштабной распродаже. Вот что я ожидаю. Посмотрите, в 1998 году и 2008 году мы резко падали на 6-9%, а затем в течение полугода мы резко восстанавливались. В 1998 году за счет правительства Примакова, в 2008 году за счет резкого роста цен на нефть. Так вот, в 1998 году правительство Примакова реализовало три фактора. Первое. Это резкое снижение оплаты труда, девальвация рубля. Это привело к тому, что стоимость труда была снижена резко. Второй фактор, который реализовал Примаков, это монетарная политика, печатание денег, которое привело, наоборот, к снижению инфляции. Так вот, я вам утверждаю, что все эти классические законы Адама Смита и прочих монетаристов либеральных, они сегодня не работают. И правительство Примакова доказало это. И третий фактор, который они реализовали, незагруженные производственные мощности. В 1998 году они были. И загрузив их, удалось развить внутренний спрос в стране. Так вот, сегодня второго и третьего фактора уже нет и не будет в ближайшие годы. Без изменения вот этой ситуации. Мы стали погружаться в кризис еще в 2012 году, когда началось падение всех макроэкономических показателей. И мы, я думаю, что продолжим падать на дно, медленно, постепенно будем падать. Разворота никакого там не будет, о котором нам говорят водолазы. И нефть будет однозначно на низких уровнях. Это очень плохой показатель для России. Поэтому сегодня в России есть три одновременных кризиса. Это системный кризис, конъюнктурный и мировой. Системный кризис. Это фактически дефолт ресурсно-сырьевой экономики без развития. Мы к этому пришли. Конъюнктурный кризис. Мы исчерпали потенциал восстановительного роста после обвала 2008 года. И больше поддерживать темпы роста без дешевого кредита, без налоговых стимулов, без снижения цен на ГСМ, без снижения тарифов коммерческих банков. И так далее, невозможно.
И третий кризис, это, конечно, мировой, идет затухание мировой экономики. Поэтому Россия сегодня по факту не вступила в противостояние с Западом, да, потому что МВФ недавно признал, год назад, всю правильную политику, проводимую ЦБ, Минэкономразвития, Минфином и так далее. Мы якобы правильно мы сделали, по их мнению, что не вступили в противостояние с мировым сообществом, что парализовали финансирование экономики, что парализовали вообще финансовую систему. При этом снижаем госрасходы, повышаем налоги на медицину, образование, здравоохранение, при этом остаемся в ВТО. Вот что, к чему мы сегодня пришли. Поэтому сегодня государство борется со всеми точками роста, чтобы не было новых элит, которые могут чего-либо потребовать. Пока падает все, задача, значит, властей наших монетарных – задавить любую альтернативу. Поэтому сегодня надо менять всю систему, менять людей, которые принимают решения, переходить с экономики, значит, с экономики трубы, которую мы имеем по факту, на экономику знаний, человеческого капитала, за ускоренное развитие научно-технического прогресса, за медицину, образование, здравоохранение, за снижение цен госмонополии, о котором говорит Сергей Бойко и так далее. И сегодня Россия фактически представляет из себя экономику сырьевой колонии. Я хочу сказать, что на 1 доллар сырья Россия производит менее 2 долларов добавленной стоимости. Вот этот показатель в США 13 долларов на 1 доллар сырья, в ЕС 10 долларов, и в таких сырьевых странах, как Норвегия, Канада и, допустим, Австралия, они производят на 1 доллар сырья более 8 долларов. Мы сегодня производим менее 2 долларов, у нас фактически экономика сырьевой колонии. У нас сегодня в России, значит, три причины инфляции, друзья мои. Первая причина, коэффициент импортозамещения сегодня 30%. Зайдите в любой магазин, 70% любых товаров, которые вы увидите вокруг себя, это все импорт. Импорт. И вторая, третья причина инфляции, это коррупция и монополизм. Почему с ними никто не борется? Вот именно коррупция сегодня создает дополнительные издержки в экономике, которые постоянно растут. И все разговоры об импортозамещении, они просто, это сотрясание воздуха. Потому что в экономике существуют постоянно растущие издержки. Без решения вопроса по коррупции мы не сможем запустить процесс, значит, импортозамещения. Значит, и коротко, буквально пару минут расскажу о нефти, в какой мы все-таки патовой ситуации сегодня находимся. Вот если, допустим, себестоимость нефти раньше была 30 долларов за баррель, продавали по 110. Вот эта маржа 80 долларов шла в бюджет. И вот я специально анализировал цифры в 2007 году. Прямые, значит, доходы бюджета от поставки нефти составляли 55% федерального бюджета. А с учетом косвенных доходов, это предприятия, которые производят различные масла, жидкости, различные шины, ну, все то, что из нефти делается. Прямые доходы были 80% федерального бюджета. Вдумайтесь в эту цифру. Так вот, сегодня себестоимость примерно 25, продаем по 50, это итог, не будет денег в бюджете. Будет обрушение, уже начался этот процесс, обрушение оборонного заказа, медицины, образования и здравоохранения. Теперь, какой прогноз мой по нефти? Значит, вот фактор сланцевой нефти, который сегодня имеет место быть в Соединенных Штатах, привел к тому, что американцы, помимо добычи сланцевой нефти из недр земли, наладили выпуск попутных газов, друзья мои. Это аргон, гелий, акриловые волокна и так далее. Целый список. Так вот, за счет именно, значит, добычи вот этих попутных газов, это привело к тому, что компенсируются убытки от других переделок. И вот эта цепочка, добыча, переработка и продажа сделали сланцевую нефть прибыльной. Именно за счет этого на территории Соединенных Штатов Америки на сегодня пробурены десятки тысяч скважин. Десятки. Конечно, больше половины из которых сегодня заморожены, потому что цена упала. Но я уверяю вас, вот тот механизм, который раньше работал, мировая цена на них падала, и ОПЕК снижал добычу, и цена росла. Сегодня этот механизм не будет работать. Все. Все. Значит, ОПЕК можно распускать через несколько лет. Потому что если ОПЕК сейчас начнет, значит, снижать добычу, саудиты просто отдадут свою долю рынка американцам. Вот эти десятки тысяч скважин будут разморожены. Поэтому, значит, к этому добавляется еще снижение, значит, потребностей в нефти мировой экономики. К этому добавляется еще то, что ОПЕК повышает сегодня добычу. Это все будет давить на цену на нефть. И цена на нефть будет очень низкая. Прогнозы есть даже до 20 долларов за баррель. Это долгосрочный прогноз. Поэтому, если говорить об СССР, то доля нефти в национальном доходе составляла всего 3%. Сегодня в России, как я уже сказал, 80%, поэтому сегодня кроме экспортной трубы нет ничего.
И кроме этого, центральный банк покупает валюту сегодня на внутреннем рынке, тем самым опуская курс национальной валюты. И на эти вырученные доллары, вместо того, чтобы покупать оборудование, станки, инструменты, они вкладывают в гособлигации США, Treasuries. Уже на 80 миллиардов долларов куплено вот этих облигаций. Для чего это делается? Вместо того, чтобы развивать реальный сектор экономики. Поэтому в 2012 еще году началось падение всех макроэкономических показателей. Если, значит, говорить о периодах, то 92-98 год – это период массового банкротства, массового, значит, проедания. В 98 году, как я уже сказал, наметился короткий период Примаковского правления. Здесь были реализованы целые программы. Заработало производство, оживилась промышленность и так далее. Вот этот период, друзья мои, продлился до 2002 года. А в 2002 году, когда пошел поток нефтедолларов в страну, значит, наши власти перешли на ресурсно-сырьевую экономику без развития. Зачем нам производить свой трактор или комбайн, если можно купить Джон Дир американский? Зачем нам выращивать помидоры и прочее, если можно закупить это все в Турции? Вот для такой модели экономики, друзья мои, 140 миллионов населения – это лишнее население. Поэтому, значит, наш поезд постепенно двигается все-таки в пропасть. И сегодняшний кризис, на мой взгляд, это результат управленческого дефолта. Поэтому, значит, вот это та ситуация, где мы находимся, состояние А. Значит, что нам, куда мы должны идти? Состояние Б, буквально два слова. Образ светлого будущего. И что из себя представляет это состояние Б? Ну, для того, чтобы выйти из кризиса, России необходимо, значит, реализовать два момента. Первое. Во внешнем контуре здесь необходимы, безусловно, реформы Бреттон-Вудской финансовой системы. Я напомню, что Бреттон-Вудская финансовая система была создана в 1944 году. Там были созданы 4 института. Мировой банк, МВФ, ГАТ, который потом переименовали в ВТО. И самое главное, ФРС, которому придали функции в распределении доллара. Не как национальная валюта, а как общемировой валюты. Несмотря на то, что в 1976 году была создана Ямайская система, все эти 4 института были сохранены и усилены. Поэтому мы сегодня де-факто живем вот в этой Бреттон-Вудской финансовой системе. Я уже не буду останавливаться об ее, как бы, особенностях. Здесь понятно, что в 2012 году кредитный мультипликатор упал с 17 до 4. То есть сумма наличных стала в мире очень большой. Поэтому американцы свернули программу количественного смягчения, КУКУ, так называемую. И вот именно с 2012 года начались глобальные проблемы. Значит, глобальный спрос стал резко падать. Поэтому что мы сегодня имеем фактически? Активы банков сегодня падают, идет разорение банков по всему миру, а пассивы-то, друзья мои, никуда не денутся. Они есть. Поэтому финансистам необходимо списать свои финансовые обязательства. Для этого есть единственный только вариант – это война. Поэтому здесь два варианта. Первое. Значит, первый вариант – это разрушение мировой финансовой системы и спасение экономики США. По этому варианту идут республиканцы. Трамп пытается запустить этот механизм, но, скорее всего, ему это не удастся. И второй вариант – разрушение экономики США и спасение мировой финансовой системы – это глобалисты. Да? Несмотря на то, что Клинтон проиграла, но есть силы в Европе, которые заинтересованы в реализации вот этого второго варианта. Поэтому с этой точки зрения России необходимо определиться. Либо она с Трампом, либо она с Соединенными Штатами. Тогда против кого? Против Китая? Либо второй вариант с Китаем против Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь, вот в этом глобальном секторе, здесь есть место для дискуссии. Что касается России, здесь я предлагаю, значит, свою дорожную карту из 13 пунктов. Чтобы выйти за Россию из кризиса, необходимо реализовать эти 13 пунктов. Дело в том, что российской элите надо сегодня перейти на шестой технологический уклад. Я напомню, что Российская империя рухнула, поскольку не могла перейти на третий технологический уклад. Это электродвигатель. Но тем не менее, здесь надо отдать должное Советскому Союзу. Советский Союз за первые 2 пятилетки перешел на четвертый технологический уклад. Это двигатель внутреннего сгорания, это нефть, радиосвязь, космос. Но в 91 году Советский Союз рухнул, потому что не мог перейти на пятый технологический уклад. Это телекоммуникации и микроэлектроника, это факт. Так вот, сегодня весь мир переходит уже на шестой технологический уклад. Это микроэлектроника, это, значит, нанотехнологии, это биотехнологии, это роботы, это новые, значит, управленческие программы управления обществом и так далее, и так далее. Вот если элита сегодня не создать программу для перехода на шестой технологический уклад, Россию ждет распад. Я вот в этом плане пессимист. Какие это пункты? Первое. Необходимо решить вопрос о собственности на средства производства. Здесь необходимо наделить наши предприятия титулом собственности, чтобы именно трудовые коллективы участвовали в распределении выручки предприятий. Именно это позволит трудовым коллективам на равных вести разговор с капиталом.
Второе. Национализировать нефтегазовые сырьевые доходы в стране. Третье. Оставить 2-3 банка и национализировать обязательно Центральный банк. Чтобы Центральный банк, так же как и при Примакове в 1998 году, мог печатать наличные деньги и вкладывать эти деньги именно в производство. Я уверяю, что при печатании денег инфляция пойдет вниз. Значит, сегодня нужен поиск новых точек роста в экономике. Третье. Закрыть границы и ограничить бесконтрольный вывоз капитала. Об этом, кстати, говорил значит, Игорь Михайлович. Вот, необходимо сегодня запретить банкам выдавать лицензии на вывоз валюты. И для того, чтобы сбалансировать сегодня, чтобы достичь более справедливого распределения, необходимо сбалансировать сегодня финансы. Необходимо, чтобы денежная масса соответствовала ВВП, а не нефтедоллару, как сегодня. У нас, согласно уставу Центробанка, сколько пришло нефтедолларов за продажу нефти, на такую сумму мы можем напечатать рубли. Но это абсурд. Значит, пятое. Деофшоризация. Если олигархи не перерегистрировали свои предприятия в течение месяца в России и не заплатили налоги за 15 лет, у того все конфисковывается. Но я не люблю слово национализация, здесь можно так обозначить. Государство выкупает эти предприятия. Я предлагаю цену. 1 рубль. 1 рубль. Шестое. Выборность судей и депутатов с правом их отзыва. Суды сегодня Москвы должны финансироваться из федерального бюджета, друзья мои. Это сделать суды Москвы, хотя бы Москвы, пилотный проект. Это сделать суды независимыми. И принять закон, 3 возвращенных дела из вышестоящих судов и судью увольнять без права заниматься государственной работой. Седьмое. Власть местному самоуправлению по аналогии с земством, который Александр II в 1864 году принял. Так? Восьмое. Налоги должны собираться и использоваться по месту производства. Девятое. За коррупцию полная конфискация имущества. И вот здесь недавно Жириновский поднял вопрос о том, чтобы ввести смертную казнь. Поддерживаю двумя руками. За коррупцию не только надо конфисковывать имущество, но и ввести эту еще статью расстрельную. Десятое. Сокращение бюрократического аппарата. Служащие сегодня государственные должны получать не больше, чем квалифицированный рабочий. 11. Запрет банкам играть на бирже средствами предприятий и производств. И выдача ипотеки только в рублях, друзья мои, только в рублях. 12. Дедоларизация экономики. Сегодня надо экспортеров обязать продавать экспортную выручку государству. И временный запрет хождения любой валюты внутри страны. Временный запрет. Пусть это будет год. Хотя бы. И 13-й последний пункт, здесь я отдаю должное моему товарищу и другу Сергею Ивановичу Бойко. Здесь необходимо, значит, обратить внимание на концепцию балансированного рынка, которую он разработал. Эта концепция позволит реализовать алгоритм принудительного изменения плановой себестоимости всех госкорпораций России. Именно этот факт приведет к тому, что тарифы коммерческих банков будут понижены до 1-2% годовых, и деньги, выделяемые банков, пойдут не на валютный и фондовый рынок, а в реальное производство. И это оживит экономику и приведет к новой индустриализации. Поэтому, друзья мои, вот возьмите вот распечатку и ознакомьтесь с этой концепцией. Она имеет место как бы для реализации. И последнее, буквально полминуты. У нас сегодня огромная территория в России. Да? Каждая 10-я тонна золота наша. В сегменте железа 15% мировых наших. В сегменте газа 25% мировых наших, в сегменте алмазов 35% мировых наших. Мы с такими ресурсами, это 2% мирового населения и 40% мировых богатств, должны жить не хуже, по крайней мере, чем граждане высокоразвитых стран. Это факт. Поэтому за 25 лет либеральных реформ наши граждане стали жить гораздо хуже и не дольше. И, может быть, у кого-то в «Газпроме» мечты сбываются, они стали жить хуже, лучше и дольше. А 80% населения сегодня живут в нищете и ползают по помойкам. Поэтому надо сегодня менять модель экономическую. Тот, кто развалил, созидать уже не может. И сегодня нам нужна социалистическая экономика, в которой будут отстаиваться интересы не монополий или олигархов, а интересы народа. Поэтому надо корректировать политическую систему в стране. Долой монополию во власти, за дискуссию, за конкуренцию во власти. Спасибо. Последнее. Да. Пришина Татьяна Михайловна.